роль настоящей крокодилы. Давай попробуем. Раз, два, три. Замечательно. Итак, а мы помним, как нас разговаривают волки. Чтобы ребенок почувствовал себя счастливым, порой необходимо только внимание. Сотрудники Дома культуры «Контакт» провели игровой вечер для детей с ограниченными возможностями. Дом культуры «Контакт» — это место, где действительно происходят такие настоящие инклюзивные проекты, которые направлены на то, чтобы детки с ограниченными возможностями не только, скажем так, вступали в этот мир как... ну, как полноценные, да, его члены, но и для того, чтобы люди, которые нас окружают, также могли познать мир таких вот деток с ограниченными возможностями. Игры подбирали специально такие, чтобы ребенок любого возраста мог в них поучаствовать. И что самое главное, чтобы ему было интересно. Родители тоже не остались в стороне. Программы игровые направлены на то, чтобы детей не только развлечь, но и, скажем так, увлечь игрой так, чтобы они могли немножко пообщаться, немножко, скажем так, побыть в социуме и, ну, прибегнуть, грубо говоря, к социализации такой вот общей. Этот вечер был организован благотворительным фондом «Подари мечту». Сотрудники ДК «Контакт» проводят подобные мероприятия на регулярной основе. Летом играют с детьми в парках и скверах, а зимой организовывают театральные представления.